Производство меда – одно из сокровеннейших таинств природы. Готовый продукт появляется путем прохождения нескольких стадий, каждая из которых интересна и даже курьезна по-своему. Например, для того, чтобы собрать 100 граммов меда, пчеле необходимо облететь ни много ни мало 46 тысяч километров. Для сравнения, это длина экватора. Мед намного полезнее остальных подсластителей. В его состав входит около 300 питательных веществ, среди которых витамины, минералы, разнообразные кислоты. Пасека Ивановых регулярно привозит в курган десятки разных сортов меда. Секрет разнообразия заключается в том, что пчелы отвозятся в разные районы Башкирии и Оренбуржья. Качество собираемого меда – особая забота. Прежде чем отправиться на стол, каждый сорт проходит строгую, минимум двойную проверку государственными лабораториями. Уже 4 года курганцы доверяют этому производителю сладостей. Уже третий год беру, и нормальный, мне нравится. И спасибо им, без всяких яких. Вот как-то брала я на рынке, так там вообще ужас, а не мед. А здесь вот натуральный, мне нравится. Дай бог им здоровья. Достаточно известная фирма, это раз. И два, у них мед качественный всегда. Потом большой выбор. И я беру, например, для своей семьи, потому что благодаря ему у меня не болеют дети. Приходите в Курганский выставочный центр, расположенный по улице Гоголя, 30, с 10 утра до 7 вечера, до 22 августа включительно. Вас ждет бесплатная дегустация, грамотная консультация и подарок. В этом году погода в Башкирии дождливая, урожай ожидается меньше, чем в прошлом году. Но мы специально для наших покупателей в городе Курган сохраняем весенние цены. Приходите, вас ждет бесплатная дегустация и акция от семьи Ивановых. Купи килограмм меда и получи килограмм луговой разнотравья в подарок. Спешите за свежими сортами меда.